Новополоцкий филиал областного проектного предприятия Институт Витебск граждан проекту достоин диплома победителя за достижения в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности. Всего на конкурс было подано свыше 100 заявок, из них 46 жюри отметило наградами. Городской этап республиканского конкурса от БРСМ «100 идей для Беларуси» собрал в Новополоцке 13 проектов. В итоге гран-при взяли два проекта – «Скултек» учащегося 11-й школы Антона Воробья и настольная игра студента 3-го курса ПГУ Михаила Марковича. Следующим станет зональный этап «100 идей для Беларуси», который пройдет 19 ноября. Акция «Ночь вакцинации» прошла в Новополоцкой больнице при поддержке правкома и администрации учреждений здравоохранения. Пока в ней поучаствовали сотрудники больницы, работающие посменно, и члены их семей. Это порядка 30 человек. В последующем к акции смогут присоединиться горожане. На базе Полоцкого городского дворца культуры с 13 по 20 ноября пройдет театральный фестиваль «Умоуна», в рамках которого запланированы мастер-классы и практические занятия от профессиональных театральных коллективов Беларуси, а также спектакли. Программа размещена в группе ВКонтакте Дворца культуры Полоцка.